Настя борется с ветром. У нас тут похоронили. Всем привет. Привет. Мы сегодня, после дня рождения моего, день рождения вчера было, мы сегодня едем с Ларисой в поселок Правда называется. И там водохранилище. И вот мы направились туда, но, похоже, мы не доедем, потому что далековато, 20 километров в одну сторону. Лариса говорит, наверное, я не доеду. Ну, посмотрим, как что. Назад тут тяжело, сейчас мы едем под ветер. Вот видите, это природа наша, Алтайского края. Посмотрите, какая красотища. Ехали, ехали, решили маленько отдохнуть. А кто нам мешает, правильно? Мы же кайфуем. Это Ларисин велосипед. Ему уже 7 лет. Стелс. А вот это мой. Ему уже 29. Старт шоссе. Да, чего они себя лишают? Летят. Как по телевизору смотрят все. Вот видите, там вдалеке пригорки. И такие рощицы. Вот она, красота. Россия. Матушка. Это Россия, детка. Это рай на земле. Ну да. Запах, конечно, классный. Вот да. Юра любит ездить по трассе. До Барнаула. Здесь, конечно, дорожка похуже. Но вот скажу я вам, воздух-то здесь очень чистый. Мне не нравится там загазованный. Он говорит, сейчас машин мало. Я говорю, ну зато там тепловозы. И так далее. Дачи едут, да? Катаются. Так думаю. Так, приехали мы в поселок Правда. Вот видите, с левой стороны. И что я хочу сказать. Была вывеска. Правда, еще в прошлом году было. В этом году нету. Кому-то, видимо, нужнее оказалось. А вот здесь, видите, дорога какая пошла. То есть там более-менее была дорожка. Как только как бы въехали в поселок Правда. И все, дорога. Хорошей дороги конец. Ну вот она в таком виде. Помню, в 2003 году мы ездили на озеро, вот на которое сейчас едем. Она вот такой уже была, даже раньше. Юра, просто тут правда правдивая, вот такие дороги в России. Ага, ну не везде, ну, на большей части. Это же правда, вот она. Это фермерское хозяйство, видите? Смотрите, с западной стороны, то есть со стороны, ну, в той стороне Москва, надвигается вот такой вот хороший ветерок, ураган. Я Ларисе предлагаю вернуться. Тут уже до этого
Поехали. Тяжело будет назад. Очень тяжело. Мы проехали 14 километров почти. И назад 14, 28 будет. Да, поехали. Ладно, другой раз. Очень погода испортилась. А вот сейчас, ребята, встречный ветер. И мы приближаемся к оврагу. Такой хороший овраг. Метров, ну, 5, наверное, точно глубиной. Сейчас посмотрим, как мы его проходить будем. Лариса борется с ветром. А? Тебя. А зачем поджидать? Жми! Ну надо же рассказать, на полной катушке надо жать. Да, на самую тяжелую передачу. Рассказываю. Включай на тяжелую передачу и жми. Переключился на самую тяжелую. Да, обратно хуже выехали. Встречный ветер. А вон, видите, труженика каблучка или пирожковоза, или шиньона на пьедестал такой. Кстати, у меня педаль заскрипела. Левая, то правая скрипела, теперь левая. Клинья, ребята, клинья. Лариса приотстала чуть. Будем ждать. До дома еще примерно километров 8. Заехали тут на местное кладбище. У-у-у, Лариса как устала. Будешь воду? Нет, я дойду сначала. У нас тут похоронят. Хороший друг. Давай. Друг и товарищ. Царство ему небесное. Деревенское кладбище. Мусовхозовское. Ну что, едем мы уже домой. Примерно мы отсутствовали 2 часа, проехали около 30 километров. То есть получается сейчас сколько? 45. Сейчас 45 ехали. Поехали. Всем пока-пока. Пока. До встречи. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Борется с ветром. У нас тут похоронено.